Капитальный ремонт турбин и котлов возобновили в ТЭЦ города Ридера. С расчетом на серьезный износ коммуникации параллельно начато восстановление 55 участков тепловых сетей. Это почти 20 километров трубопровода. Сейчас энергетики ждут поставок всех необходимых запчастей. В ремонтной кампании задействовано более 500 человек. Продлится она до 1 сентября. Инвестируют в проект более 8 миллиардов тенге. Средства регионального бюджета. Напомню, Ридер ТЭЦ не ремонтировали 50 лет. Только за последние 3 года произошло больше 80 внеплановых остановок станции. Также идет в ремонт вспомогательное оборудование. Это барабаны шаровой мельницы, дымососы. В настоящее время запросили полностью список поставки материалов уже от подрядных организаций, которые будут задействованы здесь.